Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Чужая страна 2015 года. В городке где-то посреди австралийской пустыни двое детей-подростков выходят ночью из дома и пропадают без следа. Кэтрин и Мэтью Паркеры бросают все силы, чтобы найти своих детей. Однако, чтобы докопаться до правды, родителям придется столкнуться с тем, от чего они так далеко убежали – с прошлым. Обжигающая красота нового Южного Уэльса и бесподобная игра Кидман, Файнса и Уивинг делают этот триллер поистине искусным зрелищем. Обладая собой, молодая пара Джек и Камилла уже долгое время вместе, и тут Джек решил сделать предложение своей возлюбленной. Девушка, конечно же, соглашается, и теперь Джек счастлив. При этом ему не важно, что у них никогда не будет детей, так как его девушка не может иметь детей. Но однажды их жизнь кардинально меняется, а причиной тому стало появление в их жизни 7-летнего сына Джека, Феникса, с которым он раньше практически не общался. Пленницы. Келлер Довер сталкивается с самым большим кошмаром каждого родителя. Его 6-летняя дочь пропала вместе с подругой. Время бежит, девочки не возвращаются, и паника достигает своего предела. Единственная зацепка – обветшалый фургончик, который был припаркован на их улице, когда девочки играли во дворе. Детектив Локи, возглавляющий расследование, арестовывает его водителя, Алекса Джонса. Но вскоре полиция вынуждена его отпустить из-за нехватки улик. Полиция медлит, а обезумевший от горя отец берет дело в свои руки. Но как далеко готов зайти Келлер в поисках девочек? Война миров Z. Сотрудник ООН Джерри Лейн наперегонки со временем пытается остановить заражение, способное полностью истребить человечество. Астрал, глава 2, 2013 года. Семья Ламберт стремится раскрыть тайну, из-за которой они оказались в опасной связи с миром духов. Семейство переезжает в дом матери Джоша, но, как оказывается, туда вселяются не только они. Путешествие в мир призраков не прошло для семьи Ламберт бесследно. Вместе с Джошем в мир людей проник дух, который вновь хочет быть живым. И вскоре в доме снова начинают происходить странные и страшные вещи. Связь. В ночь падения кометы 8 друзей на званом обеде становятся участниками цепи странных и загадочных событий. Окулус 2013 года. Смерть родителей сильно повлияла на судьбу двух осиротевших детей. По прошествии времени, в 20-летнем возрасте, сестра все еще продолжает так считать и хочет доказать брату, что привидение, вышедшее из зеркала, стало причиной гибели близких людей и всех случившихся последующих бед. Мастер Тай Цзи. Пекин. Амбициозный юноша Чен Линьху по кличке Тигр подрабатывает скромным курьером, но после работы он превращается в молодую звезду боевых искусств, постепенно оттачивая свои навыки, следуя традициям Тай Цзи Линкун. Обучившись размеренным и мирным движениям из Тай Цзи, он приспособил их для бойцовских соревнований. Данако Марк, скрываясь от гонконгской полиции, попадает в другой столичный мегаполис, где царит неразбериха и хаос, и открывает там подпольный бойцовский клуб, в котором реальные деньги можно заработать, побеждая противников в поединках без правил, транслируемых в прямом эфире богатым клиентам. Подыскивая новую звезду, Данако пытается приманить Тигра обещанием легкого заработка. Вхождение в этот мир выявляет самую темную сторону Чен Линьху, но ему необходимы наличные. Его навыки помогают ему на ринге, но сможет ли он, сражаясь, сохранить в себе чистоту и добропорядочность? Пирамида. Группа американских археологов раскапывает древнюю пирамиду, расположенную глубоко под египетской пустыней. Когда они начинают исследовать внутренние помещения пирамиды, то безнадежно теряются в ее бесконечных темных катакомбах. Уиджи – доска дьявола. Компания друзей вынуждена столкнуться с их самыми страшными кошмарами после того, как пробуждает темные силы с помощью спиритической доски. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!